Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами одной новостью. Мы открываем набор в школу «Доминант». Сейчас я расскажу, что это за школа и для чего она. Очень часто в жизни мы сталкиваемся, почти каждый день, мы сталкиваемся с проблемами, решений которых мы не знаем. И те методы, которые нам подсказывают родители, подсказывали в школе, подсказывали в детском садике, они не годятся. Они не просто плохо работают, они вообще не работают. Вот эти пробелы воспитания и образования, их невозможно восполнить, потому что сама система, навязанная система, отчасти феминистская, отчасти просто подстроена под то, что человек должен жить ради общества, а не наоборот. Я сейчас не хочу рассуждать на тему «плохо», «хорошо», но это факт. Ни в одной образовательной системе, ни в одной школе не делается акцент на развитии личности. Везде, и в школах, и просто когда старшие дают советы, и когда в жизни приходится решать какие-то вопросы, нам говорят и подсказывают способы, исходя из того, что хорошо для большинства, для всех. Я помню по своему примеру, когда я первый раз читал Анну Каренину, у меня было свое мнение на этот счет. Кто она, какая она и так далее. Но в школе мое сочинение не приняли по той простой причине, что нужно понимать именно вот так. Вот ты хоть что называется усрись, но вот именно так, а не иначе. Ведь индивидуальное мышление и развитие личности гасится на всех уровнях. Оно и понятно, потому что никому не выгодно, чтобы личность была самостоятельной. Никому, кроме этой личности. Школа «Доминант» призвана восполнить именно эти пробелы. Наша единственная и главная задача – добиться, чтобы участники программы на выходе стали полноценной, свободомыслящей и, самое главное, умеющей мыслить личности. Потому что мало еще хотеть мыслить самостоятельно, но все установки, которые вбиваются нам в голову с детства, все установки, которые в школе, которые обществом, их не так-то легко вычеркнуть. Мы очень хотим, но мы не знаем как, мы не умеем как. А в жизни, если привести даже другие аналогии, допустим, в игре в шахматы. Вот кто умеет играть в шахматы, он поймет. Всегда, когда ты находишься в самой игре, ты не замечаешь все ходы, все варианты. У тебя не получается абстрагироваться и смотреть на ситуацию сверху. Увлеченные игрой, мы зачастую гоняемся за конкретной целью, например, там, делать мат именно вот так, а не иначе. И мы уже не видим, что есть другие варианты, где через два хода мат. Или что через пять ходов у нас пешка превращается в ферзя. И наверняка вы такое замечали, когда играете в шахматы, и кто-то из друзей наблюдает за вами, подсказывает очень простые варианты, очень простые ходы, которые ты не видишь, находясь внутри игры. Эта проблема также решается тем, что как научиться абстрагироваться от ситуации, увидеть другие варианты, взглянуть на себя сверху, посмотреть со стороны. Я еще раз повторюсь, ни в одной школе, ни в одной программе, ни в одном обществе не научат этому. Потому что это само по себе, эта идея, она антисоциальна. То есть развивать личность не в интересах общества. Обществу нужно развить себя за счет этих личностей. Именно поэтому нельзя вот программу, которую мы подготовили для школы «Доминант», нельзя эту программу делать общедоступной. Потому что очень быстро, скажем так, говоря мягко, мы вызовем возмущение многих. Мы и так на грани балансируем. Если мы еще и начнем вот эту программу делать для всех подряд, то не будем никем поняты, скажем так, мягко очень говоря. Поэтому школа закрытая. Закрытая только для мужчин, только после 18 лет. И даже
при соблюдении этих трех необходимых составляющих, даже в этом случае мы не будем браться за всех. То есть не все желающие попадут в школу. Потому что мы прекрасно понимаем ту ответственность, которую несем, давая вот эти знания, обучая всему этому. Скажу только, что программа длится 2 месяца. И это не просто 2 месяца вы получаете какие-то материалы. Это не тренинг, это не имеет аналогов, это школа. 2 месяца вся команда «Доминант» работает только на вас. В течение 2 месяцев вы, как и в настоящей школе, получаете задания, выполняете их. Это я сейчас только поверхностно открываю то, что можно, скажем так, открыться. На выходе вы будете знать столько, сколько вы бы не узнали за два года там, в любой другой школе или университете, или даже в школе жизни. Вот говорят, что школа жизни жизнь научит. Жизнь нифига не учит. Жизнь только либо ломает под себя, либо превращает в неудачника. И только к 50 годам, к 40 годам, за 40 мужчина начинает многое понимать, многое видеть. Но, как правило, бывает уже поздно. 40 лет уже и силы не те, уже и желания нет ничем особо заниматься. И остается только жизненный опыт, накопленный опыт. Максимум, что он может делать, уже передать это другому. Но не более. Добиться чего-то после 40, после 50 уже практически невозможно. Поэтому, получив эти знания сейчас в 20-30 лет, это, считаете, вы выигрываете целых 10 лет. У вас фора в 10 лет. То, что вы узнаете через 10-15 лет путем многих ошибок, постоянно наступая на одни и те же грабли, вы это пройдете за 2 месяца. Обучение очень напряженное. Халявы нет. Нет такого, что вы заплатили, и через 2 месяца вышли оттуда как новенькие, ничего при этом не делав. Поэтому я еще раз подчеркиваю, это именно школа с усиленной программой. Больше половины работы делаете именно вы. И несмотря на то, что вся наша команда, еще раз повторюсь, будет работать на вас в течение этих 2 месяцев, но основной результат в ваших руках. Все, что мы сделаем, это сделаем, дадим вам работающие алгоритмы, схемы. Мы дадим вам кучу домашних заданий, которые никто, кроме вас, не сделает. И только после этого, через 2 месяца, вы выйдете оттуда как новый человек. Вы как заново родитесь. Вы начнете смотреть на мир по-новому. И это не просто громкие слова. Вы увидите столько и то, чего не видели и не подозревали даже до сих пор. Это не имеет ничего общего с тренингом или семинаром. Там, да, или с лекциями. Там человек говорит, и вроде правильные вещи, и вроде все хорошо, но это не за один семинар, или даже за два, или даже там всю жизнь, если пройдете просто тренинги, вы не сможете все равно вычеркнуть те установки, тот негативный опыт и негативные правила, которые внедряются с детства, чуть ли не с утробы матери, уже в утробе матери. Мы это сделаем вместе и за кратчайшие сроки. Поэтому я приглашаю всех желающих мужчин от 18 лет участвовать в школе «Доминант», в программе школы, пройти программу школы. Но, повторюсь еще раз, всех подряд брать не будем, и вопрос решим только после собеседования. Подумайте, это реальный шанс менять свою жизнь, начать жить по-другому, заново, именно так, как вы, может быть, только мечтаете об этом. Подумайте.